Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи Нестеренко, Марины и Павла Рожевица. Композиция называется «Судьбы рассвет». Музыка исполнения Самуила Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия». Дорогой мой, любимый мужчина, добрый, нежный, родной человек, вновь с тобою цветет и Марина, и судьба нас заносит в рассвет, вновь с тобой цветет и Марина, и судьба нас уносит в рассвет. Если в сердце цветут хризантемы, а в душе рассветают мечты, значит, счастье, роняя напевы, знает точно, оно это ты, значит, счастье, роняя напевы, знает точно, оно это ты, и оно каждой шедшей минутой приближая желанный рассвет, окунает прекрасное утро твой живой и назначенный свет, окунает прекрасное утро твой живой и назначенный свет, он от Бога в тебе. Долго он пророс в мечтах, и в груди он когда-то сиял недотрога, а теперь воссиял для любви. Он когда-то сиял недотрогой, а теперь воссиял для любви. Вот и мне его вдруг достал, в свете дней тепла и любви я возьму, сохранив эту малость под покровом небесной зари. Я возьму, сохранив эту малость под покровом небесной зари. Дорогой добрый, нежный, родной человек, вновь с тобой цветет и Марина, и судьба нас носит в рассвет, вновь с тобой цветет и Марина, и судьба нас носит в рассвет. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фрумович. Музыкальная композиция «Экспромт» на стихи Нестеренко, Марины и Павла Рожевица. Композиция называется «Судьбы рассвет». Музыка исполнения Самуила Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия».